спасившийся, со ангелы сиждите в стасти, угодницы славни, Боже молите, даровайте душа наша мир, верю, милой, Богу вдохновенно органы, воистину нам явитеся, возвещающий неизреченное Божие таинство. Писание Божественника, лидерское безумие, обличающее, всех ко Христу приведосте, не Боже мути Бога нашего, мир и спасите, мирови, и верю, милой. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, от креста Твоего предстоящей Слове Божие, радуйся и непорочной Матери Твоя, рожающего Христа, Туру Месси и Никака, умирающего на кресте, уйми, свети на сладкий хлеб Твоего, Твоего. Наша Богородица и Пресвятая Дева Мария, сила и честна Грязотворящего Христа, Предстательство честных небесных сил, бесплотных, честного, славного пророка, Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех важных апостол, ниже во святых отец наших и вселенских великих учителей, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, ниже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святаго благоверного, великого князя Владимира и блаженной великой княгини российской Ольги, и же во святых отец наших вся России чудотворцев, Михаила, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, Макария, Дмитрия, Митрофана, Тихона, Феодосия, Асафа, Ермогена, Петерима, Иннокентия, Иоанна, святых славных, добропобедных мучеников, святаго славного великомученика, победоносца чудотворца Георгия, святаго великомученика, целителя Пантелеймона, святые великомученицы Варвары, святых благоверных российских князей, простотерцев Бориса, Глеба, Игоря, преподобных богоносцев, отец наших Антония, Феодосия и прочих чудотворцев питерских, преподобных богоносцев, отец наших Сергия, Губина, Радонежка, чудотворца Серафима, Саровского чудотворца, преподобного богоносного отца нашего Иво, игумена чудотворца Почаев. Thank you.
пять тысяч насытил, и сам благослови хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия, веси сей во всем мире Твоем, и вкушающая с них верное святие, а Ты си благословляя и освящая всяческое Христе Божий наш. И Тебе славу высылай, с обезначальным Твоим Отцем, и все святым и благим устоящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Thank you.
паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу, благодарим. Яко благословися имя Твое, и прославится Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Святым Духом и Сутки Божественным сокровищ, от них уже премудрость, разум, страх, тому хвала и слава, честь и держава. Вонми, премудрость вонми, ракимен глаз седьмы, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь. Повемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь о Боге Твоих до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь о Боге Твоих до конца. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваеши, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении и силы Его. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. И восподобитесь нам, слышанию святаго Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И мудрость прости услышим святаго Евангелия. Мир всем. И духа, и от Луки святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, стоящее стадии на 60 Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас,
Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, которое шли, и он сказал, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о предшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Господа,